Супруга режиссера Георгия Данелия Галина Юркова Данелия рассказала о его самочувствии после выхода из искусственной комы. После госпитализации с воспалением легких его состояние диагностировалось как стабильно тяжелое. Георгий Николаевич лучше себя чувствует. В полном сознании, хотя не может говорить. Врачи замечательные и отвоевывают его жизнь, цитирует женщину РИА Новости. Ранее жена режиссера сообщила, что Данелию вывели из искусственной комы.